Ну, привет, дорогие мои, с вами ваша неугомонная Ханочка Саночка. Значит, ну, вчера был очень сильный шторм, школы были закрыты, они по телевизору, по всем каналам писали шторм ворнинг, в общем, пугали, но, ребята, чтобы вы понимали, такой снег, как в Бруклине, даже сравнения нету со снегом, который выпадает именно у меня, на моей территории, потому что я живу на горе. Значит, он шел всю ночь. Обратите внимание, как засыпало крышу. Сейчас я вам дальше покажу. В общем, засыпало, по сути, все. Посмотрите на крышу. Вы вообще такое видели когда-то? Я вам покажу дальше. Посмотрите на этот лес. Но что самое интересное, у меня на улице стоял грил, на котором мы делали барбекю. Посмотрите, его просто засыпало. Сверху шапочку я сняла. И хочу вам порекомендовать. Вот серьезно, если вы хотите купить грил, покупайте вот этой компании. Cher Broil. Во-первых, его не пугают морозы, он такой нормальный, он не ржавеет, ему уже много лет. Тут можно и коптить, и дрова, и все, что вы хотите, и угли. Мощный. Посмотрите, как его засыпало. Но это, ребята, ну, не в сказке сказать, не пером описать. Значит, снега было... Вот я показываю, вот я наступила на первую ступеньку, вот моя нога стоит, да, вот колено, и посмотрите, сколько снега, выше колена, это, наверное, ну, по детородный орган, вот сколько высыпало снега, сейчас я вам покажу. Красота необыкновенная, окей? То есть, чтобы мне зайти на середину, ну, это я буду под детородный орган там, извиняюсь, стоять. И обратите внимание на мою новую крышу. Значит, крыша прошла квалификацию. Держит, ничего не рухнуло, в общем, нормально. Значит, встали утром в 6 утра, как начало светать. И обратите внимание... И кто бы сказал, что у меня был снег. У меня хорошая группа поддержки. Пацаны, тут все просто на машинке. У меня хорошая машинка. И посмотрите, как мы сегодня... И я попахала с лопатой, накачала мышцы, вспомнила былые времена. Спасибо Богу за энергию, за то, что есть порох в пороховницах. И главное, что этот порох не отсырел. Посмотрите, как мы почистили. Вы вообще представляете, а количество снега? Посмотрите на эту красоту. Посмотрите на мои деревья. Как они красиво, как на этих лапах лежит красивый снег. Окей, то есть... Работа была очень серьезная, молодцы, по этому поводу надо хорошо перекусить, прогреться. В общем, а соседи все засыпанные, ребята. Вот этот мой сосед, который смотрит всегда, как я на тракторе порядки навожу. Он сегодня смотрел, как я с лопатой тут горы помогала, не на машинке, а я с лопатой. В общем, вот такая у нас, ребята, красота. Так что политинформацию я провела. Довольно. Настроение улет, мышцы накачала. Диета продолжается. Вот, я сегодня взвешилась и просто офигела. Уже 141 паунд, а я ем. Окей, лицо худеет, как вы видите. В общем, шикарный вид. Так что люблю вас. Понравились последние новости. Лайканите, плиз. Хорошего дня. Люблю вас. Целую. Пока-пока.